Rick? Красного ринга Демартов Никита, спортивная школа Олимпийский. Ему 14 лет, боксом занимается 4 года, счет боям не ведет. Имеет второй юношеский разряд, тренируется под руководством Терентьева. Спортивная школа Олимпийский. Ему 14 лет, боксом занимается 6 лет. Провел один бой, в котором одержал победу. Тренируется под руководством Терентьева. Стоп!
Я останавливаюсь, будь тут, пожалуйста. Я останавливаюсь, пожалуйста. Пожалуйста. В этом бою единогласным решением судей победа за жалобатор красного угла Юматов Никита, олимпийский. Награждение боксера проводит директор спортивной школы, строитель Халилов Салим Ахмадович. За второе место награждается Федорец Данила, олимпийский. За первое место награждается Юмартов Никита, олимпийский. Также боксер награждается специальным призом от Федерации бокса города Набережные Челны. Ваши аплодисменты.